Группа «Святые парики» празднует на сцене новый титул Тель-Авива как самого комфортного места на Земле для представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Местный трансвестит Сиона Патриот считает, что столица Израиля получила это звание по праву. В нашем распоряжении клубы, пляж, солнце. В отличие от Европы, в Израиле жарко даже зимой. И, конечно, в Израиле самые симпатичные мальчики в мире. Соревнования проводятся компанией American Airlines совместно с порталом gaycities.com. По результатам голосования, израильский город получил 43% голосов как самый притягательный город для гей-туризма. Здесь много прекрасных вечеринок. Намного больше, чем в моем родном Берлине. Я нашел здесь больше друзей, чем где бы то ни было. Здесь вам не удастся пробыть в одиночестве более 10 минут. Это лучшее место в мире для знакомства с новыми друзьями. Обожаю этот город. Популярности города есть объяснение. Министерство туризма Израиля и мэрия Тель-Авива 3 года назад начали кампанию по поддержке туризма для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. По словам координатора гей-парада в Тель-Авиве Адира Штейнера, в 2011 году популярность для туристов в городе выросла на 25%. Тель-Авив стал настолько популярным, потому что он уникален. Во-первых, город расположен на Ближнем Востоке, где не так-то просто быть геем. Это райский островок свободы, окруженный суровой реальностью. Это и привлекает сюда людей. Здесь всегда рады людям с нетрадиционной ориентацией.